приехал немножечко просто посмотреть на Скадовск, как он готов к сезону, есть ли люди и так далее. Я приезжаю много-много лет. Вот. И должен сказать, что с каждым годом Скадов все лучше и лучше, и краше. И здесь я прошел немножечко по улицам, люди все готовятся. Я имею в виду не только там, скажем, администрация, город, но и частный сектор. Все достраивают, красят, как всегда, напряжены. Но уже готово все, в принципе, чисто, красиво. Пляжи уже готовы, хочется уже ехать. Немножечко погода подводит, но надеемся, что на днях чуть-чуть будет теплее. Поэтому Скадовск, я считаю, как... Гость Скадовск, я считаю, что он уже готов. Третій раз. І угу. Як нравиться вообще? Пансіонат, да. Дуже хорошо. Але паруса, да. Скажите, вот состояние пляжа, вообще инфраструктура, город как курортный поселок вообще. Нравится, что чего может быть не хватает здесь? Ну, город хороший, маленький. Нравится все. Единственное, да, на пляже немножко бы убрать берег. Ну, вообще-то да. Может быть и просто рано, но вот эта трава. Трава водоросли. Мешает, да, водоросли. И немножко бы пляж, немножко бы сделать бы, выровнять подход к морю. Готовятся и очень готовятся, да. Работа кипит.